Друзья, по-прежнему культура потребления здесь и сегодня. Добавим немного динамики, проснемся. Те, кто живы, давайте поаплодируем. Музыку, Дим, давай немножко прибавь, чуть-чуть. Вот. Все, представляю гостей, переходим в такую российскую. Мы продолжаем, радио. Друзья, едем дальше. И следующими в наш эфир сюда врываются Макс Фреш, Радио Рекорд, Санкт-Петербург, МС Зайчес. Самара, они, Санкт-Петербург. А вместе они участники еще и проекта Hello, который... более известен, я думаю, российской публике. И вот в эту пятницу ребята отыграют сет в Самаре в клубе «Винил». Но об этом обо всем чуть-чуть позже. Давайте поговорим непосредственно о вас. Ну, во-первых, хочу всех приветствовать. Всем здрасте, всем привет. Всем привет. Всех рад видеть. Спасибо, что угощаете. Культура потребления, да. Ну, естественно, безумно рад видеть, наконец-то, его. Потому что некоторое время назад я вернулся обратно в Самару на некоторое время. Вот, а Максим продолжает сейчас там работать. Вернулся в Самару некоторое время, пока обратно не зовут в Питер. Либо, то есть, остался здесь концами. Расскажи, что происходит в этом плане вообще. Не, на самом деле, все хорошо. Как бы в творческом плане идет развитие. Вот. Ничего не брошено. Все. Ничто не забыто. Да, ничего не забыто. Мне, кстати, перед эфиром поступила информация, то, что вы еще и начали заниматься написанием музыки. Ну да, кажется, приходит такой момент, когда уже пора этим заниматься. Ну, вот сейчас потихонечку все это идет. Просто если то есть не... уже какой-то трек написан или ну, он только в задумках? Не, на самом деле есть уже несколько готовых наших треков, которые сейчас находятся на стадии уже сведения, которые будут в ближайшее время представлены. Все должно происходить по ощущениям. Если есть ощущение того, что вот это надо сейчас сделать, вот мы этим и пользуемся. Сейчас мотаете по стране куда-нибудь, ездили вообще последний раз? Нет, на самом деле, просто я сейчас нахожусь в Петербурге, Антон находится в Самаре, и нам как проекту сейчас сложно взаимодействовать. Но есть такие планы, мы это будем реализовывать, поэтому... В скором времени, я думаю, прокатимся, возьмем такие большие велосипеды, двухместные. Гастрольные велосипеды. Гастрольные велосипеды, да. Но смотри, вопрос такой, как тебя в команде Радио Рекорд Санкт-Петербург приняли? Приняли хорошо, я давно совсем... Грибы дали. Кого? Да, вам проект. Ну и что? Как приняли в команде? Как грибы? Я спросил про питерские. Поторопился раньше времени, наверное. Нет. Пока еще не дали. Пока еще не дали. Причем, когда я пришел... Судя по тому, что вернулся. Я пришел, они такие, вот тебе семена. Я говорю, зачем? Потом поймешь. Ты питерский чувак. Потом поймешь. Ну смотри, ты сейчас частенько катаешься еще, я смотрю, на гастроли с Кефиром, с Цветковым, как МС. Есть такая тема, да? Есть. Но это происходило летом в основном, потому что сейчас кризис. И как таковые парней, там у всех гастролей-то поубавилось. Приняли в команде хорошо, общаюсь со всеми очень давно, когда мы с Антоном еще работали в «Метелице» ведущими. Они все приезжали, ну, собственно, с того времени и зародилось общение. Приехали, все классные. То есть смотри, нас сейчас смотрят много МС, в том числе и самарских, и многие уже начали равняться на тебя и тоже стремиться куда-то укатить в столицу. Я слышал такие вещи. Вот, как им пробиться туда? Да, особого какого-то там формулы-то и нету. Нужно просто либо делать дело, либо его не делать. Если ты его делаешь так или иначе, через какой-то промежуток времени, ты придешь к какому-то результату, а если ты это не делаешь, то ты не придешь. Поэтому нужно смотреть, слушать, знать, быть в теме. И просто вот в реальности, вот в этой, которая сейчас происходит, себя ощущать комфортно. Чтобы не испытывать какой-то реальности, вот, я что-то не знаю, надо посмотреть. Что не знаю, посмотреть, Серега, на тебя равняется. Ты равняешься на кого-то? Есть для тебя, да, вот кто-то вдохновляет из МС, я имею в виду? Честно могу сказать, не у меня, и за Антона тоже могу сказать, что никогда не было такого человека, на которого можно было смотреть, и такие, так, он делает так, мы можем делать так. Все было, еще раз повторюсь, по ощущениям. То есть, как мы себя ощущаем, так мы и делаем. Мне, наверное, больше повлияла работа «Метелица», особенно совместно, потому что мы старались, допустим, на всех артистов, когда мы работали перед ними, мы придумали какие-то там онлайн-шутки, там какие-то, да, взаимодействия какие-то. Это все рождалось вот так вот, по эмоциям. В общем, какие у тебя эмоции, так ты и придумываешь. То, что вот. Ну, эдакий клубный стендап, да, можно назвать. Ну, это можно сказать. Все вместе. Да. Нет никакой-то
такой путеводной звезды, на которую можно смотреть. Просто все, все везде потихонечку и понемножечку черпается. Ну, вот, хочется сказать, в плане совместной работы, нам, я думаю, повезло, что ему со мной, что да. мне с ним. Потому что мы дополняли друг друга. И это в банкетной работе, это на клубной сцене, это у нас получается так вот, мы что-то один думает, другой услышит и дальше продолжает. Вот, кстати, в банкетно-свадебной теме вы были известны как дуэт. Как дуэт «Привет». А, собственно, отсюда, для тех, кто не в курсе, видимо, название выросло «Hello» да. проекта. Да. Как у вас сейчас с банкетами, свадьбами? Да всегда было хорошо. Вы по отдельности ведете или только вместе? Да, предысторию. Вначале все начиналось, как уже я такой, да, я все время один пью такой. Да, мы еще все позиционировали в плане шутки, как пьющий ведущий. Но это ладно, это другая история. Просто начали работать на клубной сцене, потом до Метельска, перед тем, как Максим меня туда позвал, я работал, начинал один работать с ведущим на свадьбе. И потом что-то в один прекрасный момент мы после Нового года работали в Метельце, а почему бы нам не работать на свадьбу, давай попробуем, давай. И все, это пошло вот так, сарафанка. И, грубо говоря, не имея никакой рекламы, никакого пиара, даже в тех же соцсетях, но у нас все стабильно, хорошо вот, развивалось, а сейчас мы уже, ну, достаточно времени прошло, и мы, как отдельные творческие единицы, тоже себя представляем. Да, то есть как бы у нас, опять же, не происходя какой-то рекламы, люди пишут, говорят, мы хотим вас вдвоем, неважно, что я нахожусь в Петербурге, в Самаре, они готовы там выделить некие средства, чтобы мы объединились вместе. А так, да, естественно, мы... И то же самое, вот это же взаимодействие, которое между нами на клубной сцене, о чем Антон говорил, один говорит, другой дополняет, так же и в нашем дуэте. Мы пытаемся сюда что-то новое принести, как-то опять по ощущениям провести. Ну, а скажи, что новое, да, вот то, что сейчас происходит, да, говорит, вот какая-то новая тема у вас сейчас там появилась. Я вот знаю, у Антона новая тема, какая-то фишка со скрипкой. Но она была всегда. Фишка. Просто всю жизнь. Да? Да, да, пока. Потому что там я закончил свою музыкальную школу, и мы это начали использовать, когда работали на свадьбах, как дополнительный такой девайс в нашем тандеме. Вот, людям это нравилось, плюс мы это обыгрывали, там, и шуточки. Слушай, на свадьбах не обламывались, да, то есть вы как бы адекватные клубные ребята, да, то есть, а там бывает там какой-то колхоз, вы такие, блин, не вписывайтесь в формат. Так в том-то и дело, что ты нас сейчас сразу в рамки загнал, мы клубные ребята. Нет, это мы... Нет! 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 Какая сенсация, они не такие. Банкетные парни. Да нет, просто мы не позиционируем себя какой-то там вот... клубный, может быть, уже конкретно там дуэт. У нас много всяких направлений, в которых мы развиваемся, и даже скаут уже какая-то. То есть попсятину гоняем. Вообще, ну если надо. Абсолютно, да. То есть не стремуемся там. Да. Ну и все. Не, мы гнем свою линию, но в том числе. Попсовую, да, ну нет, в том числе мы как бы и учитываем все остальные. Сергей, включайтесь. Ну, давайте тогда скажем тем, кто еще не знает, как вас можно найти в сети интернет, как, может быть, заказать мероприятие с вами. Где искать? Как? Искать нас можно так же, как мы позиционируем себя. У нас есть страничка, группа ВКонтакте, дуэт. Как и проекта Hello, как и дуэт Привет. Да, дуэт Привет. Как там пишется? vk.com/duet.privet. Да. Это что касается нашего дуэта. Ну и также есть у нас разные страницы, там уже все можно найти. Слушай, а не было вот идеи, да, вот такой сделать питерский десант, приехать так, каким-то большим составом в какой-то клуб, либо сделать опен-эйр вот здесь вот в Самаре? Возникали идеи вот на весну, на лето, либо бак, все обширно? Идеи возникают, но их нужно грамотно обдумывать, нужно ходить, чтобы результат был гарантирован. Я считаю, что у нас пока не такой багаж, что мы можем себе сделать такой большой. А еще будете попасть на деньги. Но вот после того, когда вот мы сейчас все соберем, да. Кто не стоит попасть на деньги. Но мы сейчас все это провернем в своей голове и вообще в своей жизни, чтобы подойти к тому, чтобы можно было уже организовывать какие-то мероприятия. И то мы об этом даже не думаем, это не какая-то цель, которую нужно прийти. Опять же, мы это все, у нас получается, что мы не планируем, у нас как идет. Я думаю, это о чем вы говорите, там, да. Организация чего-то больших мероприятий. Если да, то да, если нет, то не будет, то не у нас, будет. У нас культура потребления нашей жизни. Да. И нужно правильно и культурно потреблять. Я вам напомню, друзья, что любой вопрос вы можете задать посредством нашего чата на сайте samaracityonline.ru. Прямо сейчас это прямой эфир, так что подключайтесь и задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Пожалуйста. Ну что же. В каких городах побывали? Вопрос из зала. В каких городах побывали с гастролями? Как проект Hello или как? Или... Не, как тандем. На самом деле у нас не так и много было мероприятий, но они происходили в Петербурге. Они, в основном, очень большие, да. Да, в Самаре. Вот летом мы выступали на Карфесте. А в Петербурге мы выступали на больших площадках. Это клуб А2, клуб Космонавт, где собирается порядка 2000, может быть, 3000 человек. Формат какой вы играете на клубных выступлениях?
Формат предпочтительный нам для выступлений, комфортно работать под электроданс мьюзик. Вот, что сейчас в актуале везде. EDM, как вы знаете, да. Вот, но больше предпочитаем, допустим, для себя где-то поиграть на своих мероприятиях, на мероприятиях друзей, это, естественно, дип. Дип хороший, конечно. Такой коммерческий, да, дип, который можно и... После этого, так, когда прозвучало слово «дип», Дима, дип добавит на музыку немного. Чуть-чуть, Дим, пожалуйста. Чуть-чуть добавь, Наталья. Мы же тебе, да, кассету дали там. Да, кассету же дали. Поставь, пожалуйста. Смотри, а вот, да, вот если говорить по питерским каким-то измерениям, вот то, что сейчас происходит, да, здесь в Борзове, да, вот андеграунд такой, да, мы уходим в подвал и слушаем бескачественную музыку, автопати там, что в этом плане, в этой культуре потребления, автопати и все остальное происходит, это либо так же тупо все закрывается, все ломится. Нет, прямо. Там с этим все намного качественнее, люди в это готовы и хотят вкладывать деньги, и для них это отдельная. То есть ты хочешь сказать, люди вкладывают в автопати? Конечно, реально? Конечно. То есть, подожди, прям вот автопати, да, вот у нас были ребята, сказали, автопати у нас, во сколько? В 6 закрываемся. Ну что за автопати? Да нет, с этим нет, все хорошо. Рассказывать можно об этом много, но, да, лучше побывать. Лучше побывать, да. Петербург, да. Скажи, когда побывать в Питере хорошо, чтобы прям вот выловить всю волну, то есть кроме Беглапшова, да, то есть я там понимаю. Не, но если не привязываться к погоде, то в любое время. А если привязывать к погоде, то, конечно, то есть, ребята, же, то, конечно же, летом. То есть, да, то есть самарский десант поедет в Питер, вот только поедет. Да, приезжайте, но только мы экскурсии проведем, если только вы приезжаете в гостиницы. Что? Жигулевского пивка. Жигулевского пивка? Шучу. Потому что мы в Питере любим самарскую культуру потребления. Хорошо, ну а мы, в свою очередь, питерских грибочков тоже бы не отказались. Давайте обозначим. Там неплохие леса. Что хотим грибы? Там хорошие леса, там ежики, грибы. Ежики, подосиновики там. И захотите, зайчик принесет грибы. Давайте обозначим каких-нибудь, допустим, три заведения, которые прям самые актуальные сейчас в Санкт-Петербурге. Грибы, ежики, слушай, такие не слышу. Вот, пожалуйста, заведения уже были перечислены. Грибы, ежики. Грибы, ежики. Питерские ежики, ребята. Все. Питерские ежики. Это такая сеть баров. Соус. Питерский ежик. Но я сейчас на данный момент в Петербурге работаю в самом лучшем клубе Питера. Это клуб Санта-Барбара. Это проект Ромео, да? Нет, да, непосредственно на Ромео... площадке, да. Он имеет свою VIP-терасу. Ромео есть своя VIP-терраса, Ромео там в данное время, сейчас уже, наверное, уже чуть меньше месяца стал на должность арт-директора. Это Санта-Барбара, это клуб Эстрада, это клуб Артек, по-моему, закрылся, но тоже был в той же стезе. Закрылся из-за того, что, ну, не из-за неграмотного пиара и всех действий руководства. Ну и, наверное, из таких атмосферных, ну, там заведений, много заведений, очень, да, баров много, которые достойны, да, особой программы. Вот, но я еще раз повторяю, лучше сюда приехать и увидеть со своими глазами, да, и ощутить. Ребята намекают, пора заканчивать, а лучше приехать, пора ехать. Да, конечно же. Да, конечно. Вон, съездить мы всегда успеем. Съездить всегда успеем. Давайте немножко поговорим о мероприятии, которое состоится в эту пятницу, да, по-моему, где, в Виниле? Да, в клубе Винил. Что за мероприятие? Кто играет, сколько вход, что будет? Сразу хочу сказать, что студентикам будут особые бонусы. Насколько я сегодня увидел в посте. Да, если не ошибаюсь, то 50 рублей. 50 рублей со студенческим всю ночь будет. Вот. Ну что от этого мероприятия вам ждать? Как обычно, эмоции крутых. Мы выложимся в любом случае на 100%, все, что будет от нас зависеть. Очень ждем, потому что мы как бы эту ночь будем делать вместе с вами. Ну и для тех, кто ждет ваш сет, со скольки до скольки? Насколько я понимаю, мы будем играть, по-моему, с часу ночи до 3, 2 часа. Не, ну если будет уже готов народ там с пол-первого там, или с 12, мы будем сразу все готовы представить самую крутую музыку, потому что мы подготовились, отобрали и готовы, да, сделать. Самое главное, придет огромное количество наших друзей, наших знакомых, которые и не привязываются к нам как к какому-то клубному проекту. У нас в Самаре здесь огромное, да, количество. Да, хочется сказать об особенности. Ребят, тем, поэтому приходите вы. Вот такой какой-то там проект, который сейчас очень много расплодилось, там диджей, MC, да, и хоп-хоп. Put your hands up, погнали. Нет, наше отличие в том, что мы... Я в дуэте за алкоголь отвечаю. За 2 часа работы мы меняемся, то есть должностями, скажем так. То есть, Максим, да, начинает, значит, я начинаю сет за вертушками, он как классический MC. Слушай, а вот внешнее позиционирование есть какие-то, я не знаю, там, последние фотосессии, где вы каких-то образ... Вот, например, диджей-лист, то он, блин, Александр II, то он Кришнаид, то остальное. Вы как-то внешне... Мы остаемся людьми. Мы остаемся людьми. Это наша фишка. Это наша фишка. Да. Все. Ну, исходя из моих волос, я иногда становлюсь, да, яйцом. Яйцо, да? Да.
Че, все что ли? Че или че? Я напомню вам, друзья, о нашем паблике vk.com/kultpod. Присоединяйтесь к нам. Вся информация о гостях, которые были в эфире, будут в эфире, в первую очередь появляется именно там. Записи также эфиров тоже выкладываются в первую очередь именно там. vk.com/kultpod. И все вопросы задавайте в прямом эфире на портале samarcityonline.ru. В чате. Да что все у нас-то, да. У вас-то как дела вообще? Ну, наконец, нормально. Вот, блин, нормально. Как дела-то у вас? Да что-то не привык. Чего вы в очках все время сидите? Почему мы все время без очков? Слушай, слишком солнечно. Что за фишка в очках? Софит, уже, мне кажется, в очках не ходит вообще, да, уже в последнее время. Как в Питере в очках ходит, нет, народ на топать. Да ходит, такого зрения плохое. Ёжики, да, слепые. В тумане, когда ходят. Чего? Если кто не видит, кстати, там даже звукооператор в очках, все диджеи тоже просто. Давай, наверное, подытожим. Друзья, мы еще раз рады вам, во-первых, что вы нас пригласили, очень безумно было приятно. Что касается вас, друзья, приглашайте нас на свадьбы, будет очень круто, будет все необычно, будет эксклюзивно. Что касается проекта Hello, мы тоже будем работать, будем вас удивлять. Да, и в ближайшее время выпустим хорошие музыкальные блокбастеры, которые, да, которые вас обязательно порадуют. Скоро весна. Скоро зима закончится. Готовьтесь к весне, друзья, вместе с нами были. Потребляйте культурно все, что вам предлагают. Что вас окружает. Макс Фреш, МС Зайчиз, Дима Павлов, Сергей Обломов. Это была программа «Культура потребления». Но на этом мы еще не останавливаемся. Спустя небольшую паузу здесь, в студии, в прямом эфире появится Антоний Шутин. Не пропустите. Он крутой. Да.